Компания Renault устроила во Франции специальную презентацию сразу 4 автомобилей из легкой коммерческой линейки. И лишь один из них – это концепт-кар. Kangoo ZE предвещает не только будущий серийный электрический фургон, который выйдет на рынок в следующем году, но и вообще замену всего семейства каблучков. Никаких технических характеристик Renault не раскрывает, а внимание обращает на дизайн. Напомним, у Kangoo уже есть версия на батарейках, и следующая генерация явно должна увеличить запас хода с нынешних 270 км. Среднеразмерный вэн Renault Trafic обновил интерьер и получил новый 2-литровый дизель мощностью от 120 до 170 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатым роботом и отвечает нормам Евро 6D темп. По примеру Trafic'а модернизировали и самый крупный в линейке фургон Renault Master. Изменена внешность, переделан интерьер, в список оснащения добавили несколько новых электронных помощников. Например, фургон научился компенсировать сильный боковой ветер. Заявлено, что система включается на скорости от 70 км в час и поперечные смещения уменьшает наполовину. А новый турбодизель 2.3 достался не только мастеру, но и обновленному пикапу Renault Alaskan. Только если у фургона мотор выдает 180 лошадиных сил и 400 ньютон-метров, то для пикапа предложены две модификации – на 160 и на 425 ньютонов, или 190 или 450 ньютон-метров. Alaskan – это клон Nissan Navara и Mercedes X-Class. В Европе пикап без особого успеха продается уже 2 года. А подстегнуть интерес покупателей должна не только подправленная внешность, но и новая мультимедийная система и увеличенная на сотни килограммов грузоподъемность. Переделанная задняя подвеска позволяет возить 11 центнеров.